Каспийске прошли всероссийские соревнования по грэпплингу DCC Championship. Этот турнир – этап подготовки к главным стартам года. Чемпионаты и первенства России пройдут в июле. За ходом турнира наблюдал Дан Шугом. Ему слово. Одним из триумфаторов турнира весовой категории до 30 килограммов стал Гаджи Исрапилов из Буйнакска. Воспитанник Заирбека Гамалатова становился чемпионом этого турнира в феврале. Ученик 6-й школы взял верх над своими соперниками и теперь. Была сложная схватка 3-я. Стойки я проходил ноги и валил их. Он забирал боковую, малую, и там он ходил на болевые. В течение 2 дней обладатели 144 комплектов наград разыграли среди 650 спортсменов из различных городов нашей страны. В их числе около 300 спортсменов команд Дагестана. Количество дало и качество среди призеров и команда нашей республики. Очень титулованные спортсмены борются. Магомед Гайрбек Ибрагимов борется. Тимею Магомед борется. Многократные чемпионы Европы, чемпионы мира борются. Турнир посетили и почетные гости. В их числе Сажид Сажидов, министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан, и Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике. Я очень рада, что заполненность объекта потрясающая и плотная. Более 1000 мероприятий проходит. Меня удивляет этот результат, потому что обычно спортивные большие объекты, они недостаточно наполненные различными мероприятиями, в том числе и спортивными. Здесь в этом проблем нет. Уже в начале июля в Люберцах, Московской области, пройдет чемпионат и первенство России. Дан Шугом, Эльмира Магомедова. Время новостей. Каспийск.